В государственной ветеринарной клинике города Видное, особенно с приходом лета, беспрерывным потоком идут люди и приводят своих домашних животных на прием к врачу. Причины визитов к эболитам совершенно разные. Практически каждый день обращаются к нам с заболеваниями разные вирусные этиологии, респираторные какие-то заболевания, да, и очень часто обращаются с покусами, ставим их на карантины. Осмотр животного мало чем отличается от человеческого. Ветеринар обращает внимание на внешнее состояние пациента, его дыхание, температуру тела, а также при необходимости после сдачи анализов проводит специальное исследование. Животные, как и люди, к сожалению, подвержены абсолютно разным болезням, иногда даже требуемые операционного вмешательства. Именно поэтому в ветеринарной клинике есть все необходимое оборудование для осмотра и лечения того или иного питомца. Галина Бубуёк тщательно следит за здоровьем своих собак и, если замечает у них недомогание, незамедлительно обращается к врачу-специалисту. Мы записались уже, сделали необходимые процедуры, нам доктор назначил, и придем прививаться, когда пройдет процедура карантина, после вот того, как вы прогнали глистов. Такая обязательная процедура. Ирина Алимова со своей собачкой Ричи, прежде чем отправиться в отпуск, обратилась в ветеринарную клинику за специальной справкой, необходимой для переезда. Прежде чем выписать справку, должны сначала животное осмотреть, провести люминесцентную диагностику на выявление дерматофитов. Конечно, для многих четвероногих пациентов приход в ветеринарную клинику – это серьезное испытание. Собаки и кошки в ожидании своей электронной очереди очень волнуются. Для них это настоящий стресс. Но врачи настоятельно рекомендуют хотя бы раз в год проверять состояние здоровья своего любимца и обязательно вакцинировать их от бешенства. Заражение может быть и от домашних животных, и от диких животных, так как наша полоса все-таки Московская область, зачастую это частный сектор. На сегодняшний день очень много, массовое размножение грызунов, соответственно, и диких животных. Животные, как и дети, требуют особого внимания к их питанию, действиям и уходу. Ведь от этого зависит здоровье питомцев. Поэтому надо помнить, что, приобретая животное, каждый из нас приобретает еще и большую ответственность. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.